Мы рожь сеем. Мы плюс рожь равно сеем. Мы рожь сеем. Мы сеем рожь. Да. Нет. Задача. Найдите наименьшее четырехзначное число, для которого у этого... Попробуй делать число, например, еще меньше. Ну, предположим, 2002. Значит, нам нужно как-то число уменьшить. Мы попробуем поставить, не знаю, хотя бы 4 вместо 5. У нас получается 2. Нет, секунду. Для начала мне интересно, почему здесь стоит двойка? Почему здесь нельзя написать 1? Е у нас равно 0. Почему? Потому что здесь, если, например, нам складывать одно число, да, просто чтобы его перейти, или там сказать, чтобы, например, одно тут добавилось, оно получится число. Сложение, например, чисел. Не понимаю. Почему бы здесь не стояла единичка? 1-1 почему не может быть? Александр Васильевич, да. Рассмотрим. R. Нет, секунду, во-первых, мне даже не интересно, если 1-1. Почему здесь не может быть единица? Вот такой вопрос. Вместо S, почему не может быть единица? Если S не может быть единица, потому что у нас, когда мы складываем числа, начнем с самого начала. Потому что здесь есть перенос. А почему здесь есть перенос? А тут здесь нет переноса? Потому что здесь у нас два... Две цифры? Да. Ну и что? Но у нас здесь два числа складывается, да, получается одно. И что? Но, и предположим, что здесь 4 число... плюс 5 равно 9. Ну, предположим, что у нас число какое-нибудь там будет другое. Да. Без переноса. Да. И получается, это число без переноса. Это цифра. Эта цифра не может быть без переноса. Почему? Почему? Потому что, например, просто девятка стояла, а потом без переноса сменилась 8. Нет, секунду. Ну, давайте так. Почему здесь переноса нет? Я не понимаю. То, что здесь есть перенос, это точно. Потому что иначе бы буква О перешла сюда. Да, здесь перенос есть. Ну отлично, добавилась единичка к цифре О. И что плохого? Вот если здесь единица, то тогда переноса здесь точно нет. Правильно? Все, перенос запрещен. Значит, R тоже равно единице. Опа! Вот это мы. Если здесь у нас перенос запрещен, то R тоже единица, а это запрещено. Все. Значит, я вам поверю. Это двойка. Это двойка. Здесь есть перенос. И здесь есть перенос. Отлично. Дальше. S не меньше. Да, и R это двойка. Единица. Поскольку здесь есть перенос. Да. R это единица. Да. А двойка здесь, потому что если мы попробуем вместо... Мы попробуем взять другие числа, чтобы получить меньше число. Попробуем взять... То есть у вас решения на самом деле нет. Ребята, все эти попробуем, это и называется, что не математическое рассуждение. То есть вы понимаете, что придумали хороший пример, но при этом реально у вас нет доказательств. Так, садитесь. У вас есть доказательства? У меня 2000. Давайте. У нас S равно 2. Да, да, да. И R равно единице, да. Значит, наименьшее значение S, E, E, M равно 2000. Нет, потому что E и M разные, значит, наименьшее это 2001. У меня получилось 2001. Как? Не бывает 2001. Нет, а можно мы ему дадим слово? Дело в том, что если у него получилось 2001, R равно M, то это уже решение. А вот у вас ошибка. Потому что у вас M и R получились одинаковые, получились единички. То есть вы надеялись получить 2001, но здесь поставили единичку. А значит, нельзя. Так, не получилось у вас опровергнуть. На секунду, опровергнуть не получилось, но решения-то пока тоже нет. Поскольку от КМК есть перенос. Ребят, на самом деле надо сказать простую вещь. Надо сказать, что 2001 не бывает не потому, что вот этот пример не получился, а потому что здесь стоит R единица, а значит здесь не бывает единичек. Понятно? 2002 не бывает. Почему? Потому что двойка не бывает. Да? S и M разные.
А 2003 что? Бывает. Бывает, вот там пример. Значит, решение состоит в том, что вот это вообще не надо показывать. Показывать надо этот пример и при этом говорить. Давайте еще раз возвращаемся. Говорим, что здесь стоит минимум единица. Значит, здесь стоит минимум двойка. При этом 2000 не бывает, потому что они разные. 2001 не бывает, потому что эти должны быть разные. 2002 не бывает, потому что эти должны быть разные. А 2003 бывает. Решили? Решили. Заметьте, пожалуйста, что у большинства из вас было бы за эту задачу. Максимум минус плюс. Я уверен, что большинство из вас придумали бы этот пример, но вот так вот написать обоснование не смогли бы. Не бояться писать доказательства. И писать доказательства нужно не как, так сказать, поэтические какие-то вот свои, да, мысли по поводу, а нужны точные, конкретные мысли. Доказательство может быть и совсем коротким, но важно, чтобы вот эти моменты там четко были бы прописаны и сказаны.